Всем. С вами, как обычно, Магапанк. И сегодня видос немножко раньше, чем обычно. Однако этому есть весомая причина. А причина это в том, что на сервере Comeback вышла огромная крутая обнова, в которой много чего добавили, и сейчас обо всем этом я вам расскажу. Также в видосе будет инфа и по сину, и розыгрыш, как я обещал. Что ж, помчали. Во-первых, ввели новую локацию. А именно, перенесли царство приключений, ну или в народе парк, что меня весьма крайне удивило. Еще больше меня в ней удивило отсутствие лагов, ибо Нофи, она какая-то тормозная, лагучая, а тут даже на моем древнем ноуте не ощутил просадок, не говорю уж про комп. Локация, естественно, введена не просто так, в ней идет марафон для 100+ персонажей, который продлится до 1 августа. По этому марафону каждый день недели проходит отдельная цепочка квестов, которая не даст вам заскучать. Также есть еще квест, по которому вы легко набиваете 250 дополнительной репы в день, что тоже приятно. Также в субботу и воскресенье там введен авторский ивент, во время которого будут появляться подарки, вскопав которые вы получите сундучки. Ну и думаю, на ивент мы посмотрим уже завтра на стриме, ведь завтра суббота. Также еще в эту локацию перенесли недавно ивент Софы. Это мышонок. Если кто не в курсе, появляется мышь в рандомном месте, ну, типа боссик. И вы просто бьете ее толпой, потом она исчезает, и каждый, кто бил, получает награду. Первое появление в 15:30, с 16 по 17 ивент с сундуками, 17:30 следующая мышь, так что скучать вам не придется. Изменения позитивные, но мы двигаемся дальше. Во-вторых, ввели еще один промокод Crossword. Ответы, если вам лень самому решать, можете глянуть на моем прошлом стриме. Также в шоп добавили сундук за 249 голды, содержащий в себе шары с 1 по 7, что уже по сути дороже этих 249 голды, 10 карепы, руну ТП на 7 дней, 150 ярмарочных голды, ну и остальное там по мелочи, хирки, банки. Там сами увидите. Так что настоятельно рекомендую скупить голду и вытянуть сей сундук. Особенно если у вас нет 200 карепы. Буст солидный. И зайца на один раз на аккаунт, так что абуза в этом тоже никакого нет. Ну и в-третьих, в эти выходные, а именно 5 и 6, будут риты. Ну и уже завтра стартанет два марафона. Это марафон активности с призовым в 200к рублей и марафон прокачки на 100к рублей. Так что если захочешь помарафонить второй, да и просто поиграть на камбэк или создать вина, можешь регнуться по моей рефералке. Немного бустанешься, да и меня миражами бустанешь, который, вероятно, продам и закину в следующий розыгрыш. Что ж, по обнове из важного все, теперь немножко инфы по сину. Тут уж получается не за неделю буст, а за 5 дней, ну не критично. В целом, апнуть 102 левел, начата дорога к 103. Причем как-то быстро, мне кажется, идет, ибо уже набито 6,4% на 103, а это 34 кг опыта. Плюс еще сегодня поставил на медитацию, капает там чуть больше 15 кг в минуту, то есть это где-то 11 кг опыта с медитацией за 12 часов. Ну, на левел, конечно, много надо, но вроде бы по моим подсчетам около 40 дней с учетом активности в виде яшмы, плупа, куба там и т.д. без уфа. Репутации благодаря сундучку с шопа уже 96 тысяч, плюс сапнул 5к престижа. Теперь у меня есть квест на поиск шаук, что в итоге повышает получаемое количество подвигов в день до 90, а это 18 из 20 итемов на репу. Можно еще тянуть итем, роляющий квесты за карту, убивать фиолетовый квест и брать еще один обычный. Это даже создаст профицит в подвигах, по идее 110 будет. В день нужно 100 для 20 итемов на репу. Ну и, собственно, когда соберу 200 карепы, у меня благодаря сундучку этому будет лошмотка семерка, что даст мне где-то 8к хпсл в теории. Сейчас я не хочу переносить на броню 6 ранга, это да и даже на 7, потому что профита мало. Так что вот пусть пока лежит. Ну, это опять-таки не скоро, чуть больше 2 карепы в сутки, что в итоге даст мне 8 ранг примерно через 50 дней, если ничего не пропускать. Может быть, конечно, все же найду клан с КХ, что частично докуплю, но это не точно. Также я хочу купить ОЗЛ или Бог Палач, ну и на него накинуть плюс 5 с оставшихся шариков. Чистка иногда очень нужна. Также в плане сделать и пение сет, но для этого пока нет денег. Планируется 2 биржи на 9, отдельная пуха с ньюами, а также лайт руки хрона на минус 6. По моим подсчетам, это даст мне вроде как 51 пения, что уже солидно, и дзигай будет кастоваться быстро, что в итоге даст мне пару лишних секунд контроля для внесения урона. Ну, это опять-таки тоже дорого и не скоро. Про позасет также не забываю, а если его сделать, это снова нужны деньги на точку, камни, ну и
еще нужно грейдануть себе пушку свою ДДшную. Да, денег, конечно, надо безумно много, но с чего-то надо начинать. Ну, я даже не знаю с чего. А вы как думаете? Пишите в комменты, обсудим. Ну и как обычно, ведусь розыгрыш на 30к, ну и роляем прошлого победителя. А я же с вами прощаюсь. Огромное спасибо за просмотр. Всего всем самого наилучшего и удачи. Всех обнял. Пока-пока.